пошли на очередной выход в поисках форели. Пошли вдвоем опять на дальние озера. Идем по спортивному, налегке. Там будем снова переодеваться и искать ее. Сегодня вышли пораньше. Вот только-только расцветает. Сегодня потеплело. Температура в районе 20 градусов. Днем будет еще теплее. Небо заволокло, обещали снег. 4 дня давил мороз за 30-ку. Но пока тепло, надо моментом пользоваться. На рыбалку и собрались. Завтрашнего дня опять мороза сильно обещают. Эх, погодка шепчет. Нам бы, чтоб рыбалочка, да, еще была удачная, было бы хорошо. Сейчас все силы на поиск форели. Окуня мы нашли, знаем, где клюет. Но нам нужна форель. Ну вот, снова на точке переодевания. Переодеваемся, перебываемся. И через полкилометра будем на озере. Что, начнем? Сегодня пришли на озеро рановато. Пришли в другое место. Начнем поиски бурения. Опять поставлю свою самодельную блесну из нержавеечки. Она, конечно, легковата, но будем пробовать на нее. И самый главный ингредиент — креветочка. Гренландская креветка. Вкусная, крупная. Так, это мы дело сейчас съедим опять. Ну да. Оп. И вот такой макарчик. Та-дам. Ну вот, елки-палки. Первая лунка. Только опустил и опять на креветку окушок. Что ты там забываешь-то? Ау! Собаки тут нас ловят. Прикольно. Сразу поклевочка. Так ударил, что я думал, форель. Глубина небольшая, пока начали 4 метра. Ловим примерно час. Набурили, наверное, штук 20-25 лунок. Ну, большой пятак обловили. Глубины от 2 до 20 метров. Ну, эта леска уже кончилась. Может быть, еще и глубже. Разные слои воды облавливали. Не ленимся. Ищем, ищем, ищем. И пока ничего не нашли. Вот на одном месте 1,4 метра глубина. Вот такие вот пушки поклевывают. В принципе, такие ничего. Ладненькие. Все, время обед. Давай, Саня, хороших окуней душить. Вот как с такими пообедаешь, а? Ну, нормальный окунь, да, хороший. Лапки. А ну что, пошли обедать действительно? Да, надо, попить чаю. Как он на стоячку клюет.
вкусный бутерброд. Да, что-то мы здесь форель никак не можем найти. Где она стоит, где она ходит, непонятно. Ну, вот она, красавица. Попалась наконец-таки. Такая мощная, сильная рыбка. Хорошо. Липота. Ну вот, еще одна. Тут какие-то окрас-то понятно, что разные. Разные морды. Это больше такая вот на кумжу похожа. Ладно, уже две с одной лунки. Хорошо. Нашел местечко. Ну вот, попали тут на какую-то удачную кочку. Кушки, нет-нет, подходят, подергивают. И пару форелек я поймал. Ура! Какой-то подходик был, такой небольшой. Но уже продуктивная рыбалка, однако. Нашли место, свал. И вот нас стыдно свалил, он опять давит у меня. На блесну настоящую. Прикольно. Вот она. Еще одна взяла. Красавица. О, пятнистая какая. Отлично. Вот сегодня сходили с Михой на рыбалку. Такой прекрасный у нас улов сегодня. Отличный. Тут Миха вон три форелины достал. Мне, к сожалению, удача сегодня не улыбнулась, как и в прошлый раз. Ну ничего, улов у нас достойный. Вот ну, такая красавица. Не крупная, да, но все-таки. Приятная, да? Пятнышки лучше. Да. Вот такая красота. На посолочку сегодня пойдет. Скороспелочку, пятиминуточку сделаем. Вот, собираемся уже домой. О! Ну чего ты, Миха? Килограмм 4,5. Отлично. Это мы еще окуня не бегали, не искали. Он так в поиске форели окунь поклевывал. Это точно. Там на окуневом месте можно было окуня надрать. Но нам куда его? Ну мы сегодня вдвоем с тобой наловили больше, чем в прошлый раз вчетвером. В общем, вот такая удачная рыбалка. Все, собираемся домой. Пакуем буры. Пьем кофеек и погнали.